Всем привет, друзья! Это распаковка для портала «Игры и игрушки», и в руках у меня необычные фанты со стрелкой, детский праздник, плюс фишки, рекомендуемый возраст 3+, и это у нас игра от компании «Ракета». Давайте посмотрим ее со всех сторон. Игра «Фанты. Детский праздник» является превосходным средством, чтобы развлечь, позабавить детвору. Она поможет разнообразить семейный досуг, обогатить детские праздники. Это весело и шумно. В комплекте у нас двухстороннее игровое поле многогранник, 24 фишки с усилением и стрелка. Как же в нее играть? Сейчас с вами разберемся. Открываем коробочку и достаем игру. Давайте вытащим наши детальки. Игра выполнена на вспененном материале, с двух сторон у нас обклеен картон, поле у нас двухстороннее и стрелочка, смотрите, на липучке. Можно сюда прикрепить, а можно сюда. Очень хорошо вращается, качественная стрелочка, мне очень нравится. И это у нас, смотрите, фишки Фанты. Здесь нарисовано действие: фыркать медленно, икать, хныкая быстро на стуле, очень тихо, рычать, хрюкать, ползком, смеясь, шипеть, мяукать, без звука, топать, хихикать, уныло, под столом, как робот, громко, радостно, пищать, прыгать с каменным лицом. Итак, как же в нее играть? Для начала мы прикрепляем стрелку в центр игрового поля. Игроки садятся за стол или в круг. В центре между игроками размещается поле многогранник с предварительно установленной на него стрелкой. Фишки высыпаются горкой в центр изображениями вниз. Игроки по очереди раскручивают стрелку и выполняют задание, написанное на выпавшем секторе, предварительно не глядя взяв фишку, усиливающую действие. Давайте выберем вот это игровое поле с этой стороны и будем вращать стрелочку. Певец. Краб в большом горе, он остался без моря. Вспомни любую песенку про море. И усиливаем действием любой фишкой. Быстро. Мы должны спеть быстро эту песенку про море. Давайте еще раз попробуем. Художник. Вот на листе волшебный круг. Продолжи рисунок, скорее, мой друг. Усилим действие. Смеясь. Будем рисовать и смеяться. Еще разочек. Хочешь метку или варенье? Это же день рождения. Требую любое желание у гостей. Так, желание. Усиливаем действием без звука. И еще разочек. Тебе, дружок, задание. Развеселить компанию. Клоун. Действие. Шипеть. С помощью шипения развесели своих друзей. Танцор. Сосчитаем раз, два, три. Ну-ка, деточка, пляши. Выбираем действие. Под столом. Сплясать под столом. Вот такая веселая, увлекательная игра для детей. А что у нас тут с обратной стороны? Какие действия, например? Сыграть на кастрюле, изображая африканца. Произнеси свое имя задом наперед. Выслушать вопросы от каждого игрока, отвечая на них только да или нет. Ты из сказки персонаж, стойкий оловянный страж. На одной ноге постой 5 минут, потом отбой. Изобразить курицу, которая несет яйцо. Изобразить чайник, который кипит.
Вот такая веселая игра торговой марки «Ракета» для детских праздников. Точно понравится деткам, подходит для любого возраста. Родителям тоже будет интересно. И на этом наш обзор закончился. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал «Клуб игр и игрушки». И веселых вам праздников! Пока-пока!